Итак, друзья, уже прошло несколько месяцев, если не полгода, как я участвовала в конкурсе на Ютубе, на канале прекрасного мастера Авестеп. Это мальчик, который занимается полимерной глиной. Вот, и у него был конкурс, и я выиграла. Честно говоря, вот я как сняла почтовую упаковку с этой коробки, так и не смотрела даже, что внутри. Просто как-то было некогда, на самом деле. Но, ну, если честно, как вы знаете, у меня прошлый год был очень тяжелый и загруженный, и какой-то, в общем, шебутной, и, в общем, было совершенно не до этого. Вот, и наконец-то я добралась до этой коробки. На коробку не смотрите, это просто коробка. Давайте вместе с вами откроем и посмотрим, что же внутри, чтобы я уже смогла это убрать и положить туда, куда нужно. Вот, там такие интересные подарочки, выигрыш мой. Вот такой вот. Так, и еще здесь пакетик чая. Чай черный, я черный не пью, поэтому отдам его маме, тем более он с трюфелем, я даже не знаю. Так, и что у нас тут? У нас тут Фима Профессионал, белый, по-моему. Так. Где тут полимерная? Так. Цвета что-то я не вижу, чтобы цвет был написан, но по виду это белое. Вот такая, в общем, большой такой кубик, он всегда в ходу. Потом Fima Soft, такая, знаете, ну, на камере она немножко темнее почему-то передается, такая фиалково-розовенькая. И вот такая вот фиолетовая, да, на камере она смотрится как синяя, на самом деле она фиолетовая. Вот тоже Fima Soft. Причем это старая упаковка, вот кто разбирается, старая упаковка, она запечатывалась вот здесь вот на торцах. Вот. А новые упаковки, вот эти вот, как Professional, и это у них тоже закупоривается на концах, но эту упаковку вы можете открыть и закрыть несколько раз. То есть такая удобная упаковка, которая заклеивается. Вот, что еще? Еще здесь есть какие-то маленькие финтифлюшки. Давайте сделаю поближе. Не хочет. Видимо, из-за пакета. Так, ну вот, видно, значит, две основы для броши, такие вот с дырочками, серьги основы, две пары, застежки такие вот с ключиками, какие-то бейлы, по-моему, называются они. В общем, какая-то мелочевка. Я, кстати, не все названия знаю, несмотря на то, что занимаюсь бижутерией. Такая маленькая подвесочка с сердечком, и здесь написано «Сделано с любовью». Вот их тоже две штучки. И все по две штучки. Застежек две, бейлов тоже две. Вот такой наборчик. Потом еще вот такие вот прекрасные бусинки. Они, по-моему, деревянные, они очень легкие и очень приятные. Я даже уже придумала моментально, куда их применю. Вот, и еще один пакетик здесь. Вот такие вот заколки основы. Две большие, два крабика и несколько шпилек, штук 10, наверное. Вот, еще молд с оттиском, такой вот рамочка круглая. И вот такой вот, как это называется, крабик, не крабик, в общем, такая заколка. Тоже у меня на такую заколку уже есть идея.
Вот, в общем, такие замечательные призы. Я очень рада, что в свое время выиграла. Ссылку на канал Авастепа я оставлю. Обязательно у него тоже участвуйте в конкурсах. Бывают очень интересные призы. Ну, соответственно, канал, так как канал у него с полимерной глиной, то и конкурсы тоже в основном такого же плана. Вот, так что вот такая тоже хвастушка, маленькая распаковочка приза, который наконец-то дождался своего часа. Вот, в общем, всем творческого настроения, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Не забывайте нажимать на чертов колокольчик, потому что из-за него такие странности творятся. Очень, очень странные странности. Вот, и до новых видео. Пока-пока.